почему они в ее гардеробе, да, что она хочет, зачем она ко мне сюда пришла. И потом у нас будет с вами перерыв, уйдя на который вы сможете выполнить некое задание, очень классно, через 2 часа, наверное, да, там не помню, плюс-минус, вы увидите Марину совершенно другой. Поэтому запоминайте ее до, потом будет после. Мария, давай пару слов о себе расскажи. Копируйте Марину, пока. Обязательно, пожалуйста. Просто расскажи пару слов о себе, сколько тебе лет, чем ты занимаешься. И дальше я буду тоже задавать вопросы, будет интересно. Давай. Всем привет, я Марина. Мне 32 года, я не подростка. Я работаю в большой компании «Ростелеком». Я руководитель направления, занимаюсь снабжением и закупками материалов. Сколько лет? 32. Ну что, кто был на первой части? Ага, супер, есть такие. Готовы увидеть после наше? Поднимите руки, захлопайте, дайте нам реакцию. Отлично. Я вам скажу, открою секрет. Героиня еще себя не видела. То есть мы сделали так же, как в шоу перезагрузки, там, успеть за 24 часа и так далее. Поэтому она сейчас впервые подойдет к зеркалу. Мы сейчас ее чуть-чуть... Давай. Фотографы, вы ловите эти эмоции. Так, ничего. Ну, я выросла лет на 15. Внутренне, то есть нет уже подростка того, который был. Эмоции, эмоции. Смотрите, Марина. Что я хотела показать? Сейчас, Марин, ты пока дыши, давай, дыши. Хочешь, я тебе скучу там? Нет. Стой. А что здесь случилось? На самом деле, действительно, человек сейчас вырос в своих глазах. Она стала совершенно другой. И мы сделали немного. Мы заменили ее джинсы и свитшот на костюм. Но это костюм моего бренда, который я сейчас шью, создаю. Я шью капсульные гардеробы клиентам. Соответственно, он максимально комфортный. Это те вещи, которые я ношу с кайфом, я дарю своим клиентам. И Марина сказала, что в нем очень удобно, в нем реально удобно. Здесь жилет, брюки с асимметричным поясом и пиджак. И все это супер-мега комфортно. Ну как ты, пришла в себя? Нет? Слушай, ну сейчас ты готова новую должность брать? Даже выше новой должности брать. Но это еще не все. То есть у нас тут есть реакция, есть кайф.